close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. From London to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Это вторая ситуация, опять русскоязычная гильдия. В общем, аккаунт 200 с копейками миллионов силы, 100 миллионов киллов. Понятное дело, что ловуха. Сканет всех, не боится ничего, жгет заброшки, еще и на титуле. Мы повесили 5-минутный сбор и сразу же в соло секанули. Понятное дело, что сразу же остались там. Вот, и пареньку уже деваться некуда, все правильно, красавчик встает на травушку-муравушку. Узник есть, все как надо, сборим. Завел, как всегда, Петро, мой дорогой, любимый дружбан, который в свое время приютил меня в Чехии, когда Мироша ездил на подработку. Спасибо огромное ему за все. В общем, вы обратите внимание, тут у нас даже креп от АДшников. 2 человека, немного, но спасибо огромное хоть за этот креп. Тут уже паренек переоделся, кстати, неплохая соляночка у человечка. 234 миллионов силы, топаем, топаем, ковров особо нету, но все равно, чтобы не идти полчаса, там прожали до 3 минуток и ждем. Ждем, уже деваться человеку все равно некуда, в любом случае ударим. Итак, заходим. Чернокрыл всего лишь 40% у Петро, но в любом случае скоро он его доделает до 600%, и мы будем бить куда больнее. Поэтому ударили, не сильно ударили, но в любом случае 1,5 миллиона гроба, а это уже минус ловуха. Статы, не статы, а пропорция уже нарушена. Что самое интересное, что это то, что мы его нашли. Там понятное дело, что потратили на это время, но сбором бы, если ковры бы были, бы успели бы человечка добить. То есть обратите внимание, мы находим его, я прилетаю, сканю, все, тут еще кто-то подлетает, да, наверное, в соло опять ребятки хотели, и заводим сбор. Заводит сбор наша R4 Малинка, привет тебе. Тоже у девчонки все хорошо со статами. Начнем сейчас скидываться в сбор. Этот паренек улетит в край карты. Но, знаете, что произойдет? Произойдет просто, я не знаю, везение какое-то для русских. Была обнова. У Малинки, как она написала, крэшнулась игра. В Дискорде писала, что не может зайти. А так как она была на охоте, Мироша пришлось ее кикнуть, и мы не вышли. А вот если бы вышли, а еще на луках Малинки, я думаю, было бы очень-очень круто. Вот, обратите внимание, улетает в край карты, опять 2 человека крепят, молодцы. И я уже настраиваюсь, видели, 3 минуты, как Малинки нету. Кронос пишет, что так и так, не может зайти. И, короче, Мироше ничего не остается, как кикнуть бедолагу. Очень жалко. Найдите офлайн. 25 секунд остается. И, короче, мы не выйдем. Ладно, ничего страшного. В любом случае, в дальнейшем, я думаю, эта ловуха уже не желез. Вот такой вот, народ, коротенький выпуск. Перед КВК, на КВК, еще раз повторяюсь, мы не будем пытаться залететь куда-то, вы видите, у нас 30 человек гильдии, будем кайфовать, делать контент, для того, чтобы в будущем к нам приходило все больше и больше заинтересованных людей, таких как мы. У меня на сегодня все. under us. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away for you, the way for you, the way for you. Don't need a no man. Tell me you're no good. I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulder. Done with my sin.